острым камином. Очень красивые места тут. Особенно вот эта вода, которая пробивается. Самое интересное, что на этом острове, вообще на этих Мальте, это вот рядом с Мальтой мы сейчас находимся. Вот здесь нету практически таких нормальных мест, чтобы где можно было купаться, загорать. Вот. И вот это место, в котором мы сейчас находимся, Голубая Лагуна называется, на этом острове Камино. Единственное место, куда можно приехать. И с таким с большим удовольствием здесь можно находиться, потому что в остальных местах, ну, как бы, здесь очень такие небольшие пляжики, их всего два. Один вот там дальше, и другой вот здесь. Вот это, то есть больше здесь купаться негде. Такие вот дела. Но место очень красивое. Поэтому если, допустим, будете приезжать на Мальту, обязательно посетите вот именно вот этот остров, который называется Камино. Потому что на самой Мальте таких красивых мест, таких красивых пляжей просто нет. Просто вот прозрачно, чисто водой. Пока все. Смотрите Азор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечный Калифорния.